Всем привет, дорогие друзья! Тихо! Тихо! Тихо, пожалуйста! Всем привет! Мы на канале YouTube его парень! Короче, не обращайте внимания, это мой брат. Да. Да я всё не хочу. Тихо хочу. Кто это? Не знаю. Кто такие хохочи? Ну что тут встали? Идите отсюда, разбийник. Короче, ребят, тут такое дело. Я решила поиграть. Это моя лошадь. Ой, три алмаза дали. Это моя мера. Не волнуйтесь, я не дам неадекватному школьнику заполнить мой канал. Эй, это не твой канал, это наш канал. И, ребят, основная часть видео, а точнее, короче, иногда, а точнее, чаще всего я буду снимать видео про то, как я выполняю квесты от какого-то мужика. Или как его называть, парня. Я его решила называть «Загадочный котик». Потому что он реально котик. Это его дом. Я ему тут все обустроила. Он попросил. Я даже сама на это договорилась. Чтобы обустроить его дом. И поэтому я тут. Вот как видите, его дом недалеко от меня. Это шизофрения. Это не шизофрения. Вот автоматическая как шахта. Как он может заходить сюда? Я не знаю. Это же одиночка. Пока мы спим. Это синглплеер. Вот смотрите, а это автоматическая шахта. Здесь можно найти всякие ящики, где будут лежать всякие ресурсы. Обычно здесь можно добывать уголь, лазурит и алмазы. Ну, а в сундуках еще бывает железо. А вот это магазин. Да, это магазин. А здесь продаются всякие фиговые вещи. Например, вот это. Кто ставит? Три алмаза, это мои три алмаза, что? Яблочки, ну, я наоборот. Я не ворую. Мне нужны алмазы. Так, ладно, оставлю три алмаза. Ладно, все, я. Да все, дай мне. Да ёханый бабай, как ты? Ну серьезно, не делается. Вот, все. Вот, оставлю здесь три алмаза, так уж и будет, тут достал мне. Еврей. Какой я еврей тебе? Вот магазин Сэнди. Он с розовыми окнами. Сэнди это... Сэнди где-то должен быть на выходных. Он на выходных, и, наверное, он уволится. Сюда, наверное. Рассказывает. Ой, да. Вот здесь я у него кое-что покупала, тут то сё. Мне нужно контент снимать, понимаешь? Иди ты. Куда? Да иди, да куда угодно, дай мне снимать. Так, мы культурные, мы за собой закрываем двери, мы культурные. Меня бесит вот это дерево, здесь не ориентироваться вообще. Кто-то в мой дом заходил. Да все, хватит, все. Давайте я вам расскажу подробнее. Я тебя не ждал подключаться на видео. Подождите. Сейчас я вам проведу тур в моем доме. Это гостиная. Вот моя гостиная, здесь телевизор. Нифига вы живешь. Ну, ты что думал? Здесь я иногда книжки всякие запишу. Секретная дача на ванне. А здесь у меня кухня. У меня кухня тут небольшая такая кухонка. Вот палас, который я у Сэнди тоже купила. Уроки. Ну сейчас. Мам, подожди. Интересно. В портфеле. Ева, время пол один. Мы должны когда-то спать ложиться. Делай паузу. Просто вы сегодня пели песни? Делай паузу. Да, не надо никакую паузу. А вот это моя ванная. Здесь непонятные плитки.
А здесь мой толкан. Так я буду потом это смотреть. Это мой толкан. Это моя ванная. Ой, как хорошо. Можно немножко посидеть. А ладно. Что за домашняя работа номер 52? Ну ладно, это потом. Здесь у меня висят шахки. По-русскому-то? Вот это. Вот это? Я не знаю, что это. Я не знаю, что это такое. Здесь? Это черновик просто. Так вот. Что по окружающему? А здесь это моя комната. Вот. У вас завтра чистое писание? Да. Я же тетрадку по чистому писанию принесла. Окей. Ее не забудь, кстати. Возможно, кстати. Вот здесь моя музыка. Стой. А мой тут какая-то штука. Что это? Это мой люк. А здесь какая-то штука, я не знаю, что это. Вот моя наковальненька и вот мой кактус. Кактус. Зачем тебе наковальненька? Не знаю. Ой, здесь ковер, я забыла перенести. Здесь я построю потом радугу, вот это все то. А здесь у меня находится секретик. Сюда я кладу свои ненужные вещи, которые мне совершенно не нужны. Ну. В нем нет смысла. Сетевой город нет смысла. Так вот. Что такое, Ева? Что? Это я сегодня писала. Знаешь, как можно сделать паузу? Вот тут значит. Вот. А здесь у меня секретный, ну, тайничок. А и вот вы спрашиваете, почему у меня желтое? Почему у меня все желтое? Ну, потому что... Нет. Потому что я просто люблю желтый цветик, самоцветик. И вот мои любимые цвета. Это голубо-бирюзовый, желтый, оранжевый, черненький. Такой вот. Вот здесь мои какие-то штуки. Вот. Подводный факел подводного замка. И какая-то желтая фигня. А какая у вас песня-то? В смысле? Которую будете петь? Я вот... Здесь у меня Бобик, здесь Буся, здесь Миретта, здесь Мурзя. Вон они сколько шерсти собирают. А вы спрашиваете, а почему у меня тогда розовый круг? Я ненавижу розовый. Надо хотя бы сложиться на ротату. Ма. Здесь у меня морские огурцы, и я ненавижу розовый, Он для меня самый худший цвет в глазах. Просто когда я вижу ярко-розовый, у меня сразу в глазах, ой, начинается розовая эпилепсия. Так что я ненавижу розовый. Не-не-не. Здесь у меня кухонка. Я здесь руки мою, а сюда башмаками садите. Трындец! Здесь у меня книжки я особо... А здесь скелетон. Ой, надо спать. Что это за черепалочки? Я не знаю. Они просто валялись на земле. Они серьезно валялись тут вот на земле. Около дома Сэнди. Да нужны все. А чьи они, интересно? Я не знаю, они просто валялись около домов. Я-то откуда знаю, я честно... Бедный Юрий. Какой Юрий? Ты это не же... знаешь. Давайте помоемся, мне пофиг, давайте помоемся. Да. У меня броня уже искоцанная. Вот почему он мне броню-то подарил, ёкарный бабай. Я здесь заделала окна досками, потому что как бы... Мне кажется, это не моешься, а кое-что хуже. Что я делаю? Я просто нажимаю на кнопку вниз. Все, я моюсь.
Ну, короче, я купаюсь. Ладно, все. Видео должно быть где-то 15 минут или чуть меньше. Ой, нет. 9 минут еще нормально. Вот здесь у меня толкан. Во. Ну, вы поняли. Кстати. Что это за смс? Это просто. Это просто автоматическая шахта. Это спам. И что? Это мне просто дают. Так вот. Вот если вы знаете свой толкан в доме, и вы его по-другому называете, но если... Но наоборот, это слово звучит затяну, а наоборот... Не... Универ. Уникальный. Мы тут бесимся на видео. Ребят, простите за то, что мы бесимся. Нет, им будет тоже весело. За ди... Ну... За... Вот увидишь. Посмотри, лайки, подписки потекут рекой. Мы станем богатыми. Татара-тара. Нет, татара-тара. Причем я не знаю, кто это, потому что не могу посмотреть. Ой, боже. Вот кто эти люди? Я не знаю. Да. Там у нас елочка. И вы сейчас спросите, а почему ты дома-то сидишь, пукаешь? Сидишь, пердишь. Не пердишь, а... Ты жо. Пердишь. Ты жо, такое нельзя на видео вообще говорить. А вдруг нас малолетние дети смотрят, ты жо. Малые дети, они такое знают. Ой. Поверь мне. Они не знают ничего. Я так понимаю. Я убиваю. Много уже знаешь, даже слишком. Ауч. Кстати, это роза скелета и сушителя. Вот. Это роза скелета. Мне кажется, скелета ты слишком много знаешь. Тебе не кажется? А вот эта штука. Просто штука. Ты слишком много знаешь. Здесь ювелирный магазин. Здесь можно покупать все, что тебе захочется. Ева. Все, что душе пожелает. Ева. Что? Ты слишком много знаешь. Ну ладно, ладно, все. Смотрите, а здесь у нас, печка здесь, кстати, неровно. Здесь ловушка. Есть люк внутри, а здесь нету. Люк, я твой отец! Поставь. Я твоя мать! Поставь его. Какого? Поставь чего? Его. О, я придумала, что. Блин, у меня же топор есть. Ну да, кстати. Ты понял прикол, что я сейчас сделаю? Поздравляю. Я улучшил этот магазин. Ладно. Это шкаф. Который вообще не нужен тут. Хватит губами так делать. Для губов. Если что, у нас есть в классе и губов. Хватит. Здесь еще один магазин. Здесь у нас всякие кирочки, трезубцы, но они мне не нужны. Здесь яйца магазин Ашота. Всякие. Куриные. Ашота. Ты что? Здесь у нас дерево всякое, вот это вот все. У тебя деньги-то есть? А я это не покупаю. Я просто ребята показываю. Так вот, а здесь стейк. Ты воруешь? Я не ворую, я просто показываю. Вот ничего у меня нету. У тебя есть только алмазы, и все. И все. Вот именно что и все. Надо быть честными, не надо воровать. Да я не ворую. Я ж не воровка. Опа. А видос-то подходит к концу. В смысле? А сколько там минут? Подписывайтесь на канал. Нет, Артур! Артур, ты что гонишь? Дай еще чуть-чуть. Не обращай внимания. Дай еще чуть-чуть поиграть. Короче, ребят, вот этого ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока. Этого не будет.
У. Что это сейчас было? О, Сэнди, привет, чувак. Привет. Торговля. Если что, у меня есть. Я же могу... А, нет, нужен уголь. Какой уголь мне нужен? Я просто... Ёханый бабай, что происходит? Закрыто. Не входите. Да ну вас нафиг. Что? Это что было? У них тут что? Тайное собрание сектантов? Сектантов-лодочников? Мы их разоблачили. Все. Что они тут делают? Дайте мне пройти отсюда. Собираются группами подозрительными. Я не знаю. Здесь написано не входить, они входят. Ну, логично, что они не хотят. Ну, это их тайное сообщество. Чё? Ну, пусть там бегают. Ребята, не обращайте внимания. Да, ребята. Что это за ребята? Что за ребята? Это не рыбалка тебе. Здесь всякие звёздочки. Блин, кстати, у нас тут ограбление произошло. Что? Ограбление, говорю, произошло. В смысле? Вот. А кто из... В коромысле, а блин! Кто украл-то? Я не знаю. Этот украл, который... Я не знаю. Наверное, это они вот там вот в тайном сообществе размышляют все это, а потом крадут. Нет, это просто житель. Мне кажется, это... Как его зовут там? Сэнди? Нет. Который заходит. Куда заходит? Я придумаю ему имя. Куда заходит? Это моя лошадь. Не своруешь. Я, короче, ничего не понимаю. А здесь мое имя. Да, это мое имя, как видите. А моего брата зовут Артур. А мне Ева. А мне 8, ему 17. Мне скоро 9, кстати. Мне скоро Денюха, Дере. Так что... Ребят, поздравляйте меня. Всё, ладно. И у Артура он почти совершеннолетний, кстати. Ну и что? Ему весной исполнится 18, моему братику хорошему. Зачем ему эта информация? Ну, я вырежу. Всякие... Ладно, ладно, вырежешь. Только не вырезай имена. И это вырежешь. Вот, как я говорила, это Бобик, это Буся. Туся. Это Миретта, это Морзя, вот, это мы, как бы, животные. Всё, ложись спать. Ну, подожди, ну, позёжусь. Видео уже 17 минут идёт. Ну и что? Ну, давай ещё. Обычно видео по полчаса идут. Ты чё? Ты слишком много. Нет, я не имею в виду. Мне кстати, память-то не бесконечная. Кстати, вот эта вот записка, вот, сейчас мы её прочитаем. Да, ёханый бабай. Привет, я тот паренёк, который сказал тебе сделать эти испытания. Так вот, тебе новый сюрприз. Подойди к Сэнди и загляни в сундуки. Это был мой сюрприз. То есть я выполнила задание этого чувака. Он за это мне даёт вот это вот. Но это ещё не всё. Вот шалкеры здесь, дополнение, всякие зелья. Кстати, эти алмазы... Зачем тебе всё это? Я не знаю. Оно сам... Это чувак, если что, мне поставил. Я вообще не знаю, как его зовут, что с ним относится. Это создатель. В смысле создатель? Наверное, это создатель. Логично. Ну, наверное. Ну, нелогично. Давай, заканчивай. Ладно, ладно. Что там? Что там? Смотри. Все, уже поздно. На кушать. Да. Здесь и все. Тихо, тихо. Я не буду орать. И уже дело подходит к ночи. Давайте. Давай еще один день. Когда будет следующая Нет. ночь, мы закончим. Нет! Ладно, ладно. Все. Сейчас я лягу спать. Сейчас я лягу спать. И сейчас утром я скажу. Подождите. Ребят. И... Если вы рады нас видеть, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Тогда вы услышите, когда
и увидите, когда же выйдет новое видео с нами вместе. Так что всех целую, всех люблю. Пока-пока. Безу-безу. Целующих. Безу-безу, ребят. Безу-безу.